Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал «Своя закваска». Сегодня речь пойдет о плектрантусе, как его сохранить и как размножить. У меня плектрантус вариегатный, точного названия я не знаю, называю его по расцветке листвы. Много зрителей задают один и тот же вопрос: что с моим плектрантусом? Спешу вас успокоить, что у меня такая же ситуация. Это растение выращиваю второй год. Прошлой осенью череночек этого растения подарила мне моя подписчица Татьяна Безрукова. И я тоже, как и вы, в прошлую зиму сильно переживала, сможет ли это растение дожить до весны. Но, как видите, не только доковыляло оно до весны, но и прекрасно укоренилось и украшало все лето мой сад. Что же с ним такое происходит? Вот я специально не обирала никакие листочки, вот так вот периодически они у него засыхают и отпадают. Есть другие виды плектрантуса, которые вообще выращиваются как комнатное растение. И такой проблемы на них нет. Но, видимо, вот этот сорт вариегатного плектрантуса особенно нежный и очень тяжело переносит домашний сухой воздух. Но я по этому поводу никак не переживаю. Я просто вот эти вот засохшие листочки периодически обираю. Те, которые еще крепко держатся, не трогаю. То есть полностью, когда листочек засыхает, я его аккуратно убираю. То есть он должен полностью сам отвалиться. Как Анна Перматова говорит, вот в такие некрозные листья растение сбрасывает все ненужное. Но пока еще есть здоровая часть листовой пластины, мы этот листочек будем сохранять. Потому что если мы его уберем, то растение будет сбрасывать все ненужное в какой-то другой листочек. То есть таким образом я немного замедляю процесс опадания листвы. То есть, грубо говоря, просто в этот процесс не вмешиваюсь. Вот то, что упало, то и убрала. Дальше все жалуются, что он плохо нарастает, что черенковать здесь совершенно нечего. Абсолютно с вами согласна. Кажется, что черенковать здесь совершенно нечего. И прям какая-то беда. Но не поверите, за то время, что я черенкую на продажу, я смогла снять отсюда 20 полноценных черенков. И вот сейчас я вижу, что я спокойно могу продолжить черенкование. Потому что те, что оставались совсем мелкими на момент снятия черенка, сейчас прилично подросли, и уже их можно укоренять. Вы знаете, в прошлом году было 6 черенков, и они зимовали еще хуже. Может быть, это было из-за того, что я регулярно отщипывала вот такие вот еще не совсем засохшие листочки. И он продолжал все-таки делать свое дело и сбрасывал листья. В результате к весне это были совершенно голые палочки. Поросль была, но очень-очень мелкая. Я бы даже сказала, наверное, вся вот такая. Вот такая мелкая. И вы знаете, я все равно ее начеренковала. Ну, сейчас я приготовила контейнер, и мы вместе с вами попробуем снять вот такие вот маленькие черенки. Покажу, как я это делала. И результат меня очень порадовал. Еще хотела бы сказать, что никогда не замечала на этом растении вредителей. В прошлом году у меня очень много было зараженных растений паутинным клещом. Но плектрантус я даже ни разу не опрыскивала. Фумигатора у меня еще в прошлом году не было. И поэтому я могу сделать вывод, что его вредители не поражают. По крайней мере, белокрылка и паутинный клещ к нему равнодушны. Такой вывод можно сделать еще по тому факту, что в этом году у меня работает каждую ночь фумигатор, все растения чистенькие от вредителей, а плектрантус так и продолжает сбрасывать листья. То есть это явно не по причине вредителей. Я думаю, что во всем виноват сухой воздух. Ну, сначала, как всегда, я подготовлю лунки. Здесь у меня укоренитель гетероуксин. Сейчас на вот этом примере я вам покажу. Вот этот маленький череночек спокойно можно укоренить. Посмотрите, какой он маленький, но это не имеет никакого значения. Он в любом случае даст корешочки. Укореняется плектрантус на раз, два, три. Но поскольку у меня здесь есть что почеренковать, то есть есть и подручные немножко череночки, поэтому уж совсем мелкие я сейчас снимать не буду. Ну, здесь даже хороший черенок нарос. Вот такой вот. Но поскольку я все снимаю маленькие черенки, я его сниму вот так, чтобы вот с этих двух пазух у меня пошло еще два новых побега. Так, вот вижу тоже хороший побег на другом растении. То есть, если, в принципе, вы оставляете маточники не для продажи, а для себя, то есть даже одного стаканчика вам вполне хватит. Для себя хоть 10, хоть 20, хоть даже 30 растений вы укорените. Зачищу нижнюю часть черенка. Вот эти листики тоже можно подрезать, чтобы они не мешали укоренению соседних. Здесь вот эти вот нижние совсем можно отрезать, чтобы поглубже его посадить. Здесь тоже нижние обрежу. Знаете, в моем случае мне черенок больше даже и не нужен, потому что люблю я укоренять вот в таких небольших контейнерах. И когда уже растение вот так вот укоренится, посмотрите,
Все 100%. Сколько поставила, столько и укоренились. Уже выходят за край контейнера. И так уже происходит, даже когда еще крышку нельзя приоткрывать, когда корешочки еще совсем маленькие. То есть, соответственно, если черенок был бы выше, то крышкой обычно я бы здесь не обошлась. Таких маленьких контейнеров под подсветкой вмещается очень большое количество. И это, конечно, экономит электроэнергию. Ну а потом пикировка растения, она стимулирует растение к корнеобразованию, и растение лучше развивается. Мне нравится этот метод. Сначала в маленькую тару, а потом уже по стаканчикам. Стандартная схема. Обмакиваю в гетероауксин. В этот раз у меня попались какие-то кристаллы, обычно был порошочек, и мне не очень нравится. То есть эти кристаллы просто ссыпаются с черенка и остаются буквально вот несколько гранул. Возможно, этого и достаточно, но в использовании он не очень удобный. Ну вот и все. Через недельку на обратной стороне контейнера обязательно появятся корни. Плектрантус легко черенкуется в воде, но по причине таких мелких черенков это просто невозможно. Но некоторые укоренившиеся растения, даже вот в таком молодом возрасте, начинают сбрасывать лист. Но есть надежда, что это все-таки старый листочек, что вот эта молодая поросль еще как-то более-менее будет неплохо развиваться. В принципе, в этой комнате не работает отопление, воздух не сильно сухой. Вот такой вот новый прибор мне Тёма купил. Он показывает температуру в помещении. Всегда спрашивайте, сколько у меня температура в рассадной комнате. 24,7, то есть почти 25. Хотя всегда я думала, что 23. Но здесь много ламп горит, и поэтому, да, здесь жарковато. 2,6 градуса на улице температура, то есть плюсовая. И 50-51% это влажность воздуха. Но несмотря на то, что отопление отключено, лампы все-таки подсушивают воздух. Поэтому, конечно, плектрантус мучается. Но я еще раз хочу вас успокоить, что он в любом случае доживет до весны, даже если останутся одни голые палочки. Даже эти палочки можно будет начеренковать, и он заново тронется в рост. Вообще, мне нравится перечеренковывать маточники. Они тогда свежее выглядят, с них можно снимать более качественный вегетативный материал, но и глазу приятнее на них смотреть. Конечно, и маточники, и черенки плектрантуса я держу всю зиму под подсветкой. Так что, надеюсь сейчас снять еще какое-то количество черенков, в том числе и на новые маточники, с которых я уже в марте буду снимать черенки для своего сада. То есть 1,5-2 месяца мне спокойно хватит, чтобы из черенка нарос хороший пышный кустик, который я уже высажу либо в миксы цветочные, либо в какие-то монопосадки. Ну что ж, на сегодня это все. Благодарю вас за просмотр. Всего вам самого-самого доброго.